Платьице вот такое вот. Смотри. Красиво. Платьице на омчик. О, красиво. Смотри. Он очень короткий. Красиво. Так и с леггинсом. Did you ever stop and think why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, this time, girl, I know what's bothering me. I need somebody to love. Oh, nah, 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 nah. Don't you see what's wrong with me? I need somebody to love. Oh, oh, nah, nah, nah. I don't know. Красивая. Mm-hmm. So can I get the... Лекси. Давай. Смотри. What do you think? Mm-hmm. Иди встань. Просто покажи. Ну, встань сюда. Повернись. Просто повернись. I don't like Тебе it. Не нравится? No. Ну, ладно. Ладно, пойдем найдем твой стол. Иди сюда. Такие Наоми на этот стайл, да. Но мы пойдем мельце. Игрушки не покупаем. Это не игрушка. No, это bath bomb. Давай, покрутись. Тебе очень хорошо в этом платьице. Классная. Ну, без джинс, конечно, но на осень. Что без джинс, там будет очень хорошо. Да, да. Конечно, просто... Лекси, как ты там? I'm still taking off the pants. Ага, окей. Покажи. Иди сюда. Нет. Да, она короткая и открытая. Но ей классно на лето, да? Вот это давайте. Is there any way to make this tight? Покажи, как красиво. Только нужно bigger size. Нет, это единственное. Не нравится? Очень красиво, Лекси. Мне тоже очень нравится. И он очень удобный очень, нет? Конечно. Давай, покажи шпагат. Молодец. Видишь? Удобно. Едем, едем за пиццей, едем. Тут аж хорошенькая. Вот тебе бы такой комплект. Смотри, штаны. А, как на манекене-то. А, штаны, вот это. А, нет, тебе в таком хорошо будет. Так тебе тоже в таком будет очень хорошо. Едем, я знаю, мы с Лекси голодные, поедем. Поехали, поехали. Пошли, 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 идем. Идемте, идем.
Да. Гадаева, видишь, эти шоколадки? Гадива. Гадаева, на английском Гадаева. Гадаева. Так, no chocolate. Ой, я смотрю, какие. No, it's Godiva. I don't know. Godiva, по-моему. 2.95. Смятая. Наоми, твои любимые смятые. Mm-hmm. Не, не, я просто смотрю. Твой маленький тоже. Мне вот это нравится. Это Pearls. Ага. Это маленькие конфетки. У-у-у. Я нашла что-то. Ого. С кокосом. Ууу, truffles, Наоми, с чизкейк. С чизкейк. Первый раз вижу с чизкейк. О, лава кейк, с Лекси. Шоколадка лава кейк. Ням-ням. Вкусно. Очень вкусный с чизкейк. Это карамель. А это черешня. Лык вот. Нет, бери вот это, который dry. Книжечки 2.50 стоят на распродаже. Маски. Нет, маски у тебя уже есть, бабуля купила. Да, это маски. Маски для лица. Масочка тоже. Резинки для волос. Вот. Сейчас видишь, купон просканируют на 30%. Классно, что у тебя купон. Лекси, я тебе такой не расскажу. About to leave. Already packing. Come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubt. Мы уже дома. Будем кушать пиццу. Иди помой ручки. Очень вкусно. Знаете, посмотрела сейчас видео на YouTube, и мне так захотелось пирожков с яйцом и луком. Я сейчас постараюсь их сделать. Позвонила бабушке в Италию, узнала, как она их делает для меня, как замесить тесто, все это. Так что возьму вас с собой, будем вместе делать. И надеюсь, что правильно все получится у меня. Поставила уже яички в мою скороварку. Сейчас поедем, купим зеленый лук и начнем готовить. Сюда я поставила 7 яиц. И на 9 минут яички у меня будут тверденькие как раз, как нужно. Здесь у меня дрожжи. Она сказала буквально ложечку дрожжей. Хотя зависимости, говори, зависимости от того, сколько я буду делать. Так что думаю, что ложечки мне хватит. Сейчас посмотрим. А! Все рассыпало.
Сказать. Я не знаю даже, что сказать. Правильно делаю, неправильно. Позвонила опять бабуле, спросила, сколько воды добавить. Я в детстве смотрела, как она готовила, но, естественно, уже ничего не помню. Она сказала делать тесто мягкое, чтобы оно не было слишком густое, потому что потом, чтобы пирожки мягкие получились. В общем, сказала мне поставить на 1.5 часа, накрыть и ждать, пока оно набухнет. To settle down, day nights and late nights don't get around. But there's something about you, something about you I like, about you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you, something about you. And almost left town. But there's something about you, something about you I like, about you I like. I get too drunk and too... Покажи, как они работают. Подожди, подожди, стой тут, давай, включай. Покажи бабуле. Давай еще, еще. Мусик, смотри, как эта штучка работает. Лекси, давай еще, давай еще. Сейчас бабуля посмотрит. Подожди. Ready? Давай. Смотри, как классно. Вау. Супер. Тедди не нравится. Что, Тедди, ты боишься? Ты боишься, то, ты боишься. Into my life, such a magic feeling. We tore down my walls. I wish I could go back to right before you told me. I'd try to change it all. But look at us now, could have gone so far. It hurts to realize we're parted. Yeah, look at us now, this is who we are. And I just know things will never be the same. We're like strangers again, again, again. Strangers again, again, again. We're like strangers again, again, again. I just know things will never be the same. We're like strangers again. We'd never fall. Could have tried much harder. All we have are scars.
said we'd get so high, higher up than heaven. We said we'd reach the stars. Look at us now, could have gone so far. It hurts to realize we're parted. And look at us now. Вот, ребята, что у меня получилось. Не знаю, как получится, когда они будут готовы. Я надеюсь, что получится так, как у бабули. Сейчас мы их поставим в духовку и будем ждать, когда они подрумянятся. Вот, ребятушки, что у нас получилось. Не знаю, это хорошо, плохо. Ай, горячие. Будем ждать, пока остынут, и попробую их. И уже дам знать в следующем видео, как они получились. На этом с вами буду прощаться. До следующего видео. Пока-пока.